Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить невероятно вкусный пирог. Песочное тесто, кислинка ревеня и все это под меренговой шапочкой. Точный список продуктов вы можете найти под видео. А мы начинаем готовить и быстренько сделаем песочное тесто. Просеиваем муку, добавляем сахар, немного соли, ванилин, разрыхлитель. Сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры. И 3 желтка. Замешиваем тесто. Это занимает всего 1-2 минутки. Выкладываем тесто в форму для запекания. Она обязательно должна быть со съемным дном. Можно использовать и силиконовую форму, только с низкими бортиками, чтобы легко было вытаскивать коржи, не повредив. Распределяем тесто ровным слоем 5-6 мм. Делаем бортик и прокалываем тесто вилкой. Застилаем пергаментом и высыпаем груз весом 1 кг, чтобы тесто не поднималось. Я использую горох, также подходит и фасоль. У меня это так называемый рабочий горох, который я использую только для выпечки песочного теста. Хранится такой горох довольно долго, в отдельной баночке. Тесто будем запекать при температуре 180 градусов 10-15 минут. Пока тесто в духовке, приготовим начинку. Моем и чистим ревень, или как его у нас называют в Эстонии, рабарбар. Режем кусочками примерно 1,5 сантиметра. Добавляем сахар и кукурузный крахмал. Картофельный тоже подходит. Для аромата добавим немного корицы. Хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек был покрыт крахмалом. Выкладываем на готовый корж и запекаем при 180 градусах 10-12 минут, чтобы ревень немножко подрумянился. Теперь приготовим меренгу. Посуда должна быть чистой и сухой. Белки комнатной температуры начинаем взбивать на маленькой скорости. Когда появится достаточное количество пузырьков, добавляем щепотку соли и лимонный сок, продолжая взбивать на средней скорости. Постепенно добавляем сахарную пудру и увеличиваем скорость. Продолжаем взбивать на большой скорости до устойчивых пиков. Меренга должна получиться глянцевой и держать форму. Я взбивала 10 минут. Время зависит от мощности вашего миксера. В духовке уменьшаем температуру до 150 градусов. Достаем пирог и покрываем его меренгой.
Ставим пирог запекать при 150 градусах на 5-10 минут до легкого румянца меренги. Готовому пирогу дадим время полностью остыть. Теперь разрежем пирог на порционные кусочки. Аромат невероятный. Тонкое песочное тесто. Начинка с летней кислинкой из ревня и нежной меренгой. Безумно вкусный пирог к чашечке чая летним вечером. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новых рецептов. Делитесь видео со своими друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!